девочка 8 лет найдена ниже по течению в районе переката. По поступившему полчаса назад сообщению, ниже порядка 5 километров по течению найдено тело девочки 13 лет. До этого была надежда, что, может быть, дети ушли в лес, немножко заплутали. Но теперь, к сожалению, понятно, что дети в реке и утонули.